Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 сентября. Память святой мученицы Севастианы. Святая Севастиана жила в царствовании Домициана. Римский император, царствовал 681-96 года, жестокий гонитель христиан. И была ученицей апостола Павла. И Гемон Георгий велел схватить ее в городе Маркианополе. Ее били и бросили в раскаленную печь, но она осталась там невредимою. Потом ее повели в Ираклию, где она повешена была на дереве, после чего ее бросили на съедение зверям. Но она снова осталась невредима. Наконец ей отсекли голову мечом, при этом вместо крови из нее истекло молоко. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать. С нашего канала.